Многие водители сталкиваются с проблемой противного запаха в салоне автомобиля, а ведь это не только крайне неприятно, но еще и очень опасно, ведь из-за резких ароматов может разболеться голова, ухудшится самочувствие, снизится концентрация внимания и, как следствие, увеличится риск возникновения аварийной ситуации. Так что с этой проблемой нужно бороться, причем как можно скорее. Но как? Чтобы избавиться от неприятного запаха в салоне машины, можно обратиться к народным средствам, потратиться на химчистку или приобрести нейтрализатор. К примеру, в прошлом году на рынке автомобильной химии появилась продукция Helmetex, которая уже успела заслужить доверие потребителей. Значит, в основе состава изопропиловый спирт. Это наш принципиально и кардинально отличает от средств там, каких-то аналогов. Потому что в такой агрессивной среде было непросто создать такой состав, который бы работал, был бы безопасен и эффективен. Нейтрализатор борется с любыми неприятными запахами вне зависимости от того, чем они вызваны. Конкретными загрязнениями, продуктами жизнедеятельности бактерий или недостаточной вентиляцией. И это не временное решение проблемы. После обработки запахи не возвращаются, если только не появляются новые источники. Кроме того, средства обладают антибактериальными свойствами. Если в машине такая ситуация, что человек купил машину, и она прокурена, допустим, ему нужно устранить запах. Он обрабатывает машину, всю, весь салон, все, что могло впитать. И у него, если он не будет курить в машине, этот запах не вернется. Средства Helmetex прошли все необходимые сертификации и тесты. В частности, в прошлом году при поддержке Агентства инноваций города Москвы было проведено испытание, в котором принимали участие водители такси. Мы боялись, что будет какой-то сторонний запах в машине, там какого-то элемента, потому что здесь мы не можем сказать, что это он пустой, тут есть ароматизатор, да, тут есть, присутствуют нотки кофе, нотки сандала, вот, они, конечно, присутствуют, но это ни в коем случае не раздражает ни пассажиров, ни водителей. Мы считаем, эксперимент прошел достаточно удачно. Приобрести продукцию компании Helmetex, которая, к слову, предлагает не только автомобильные нейтрализаторы, можно на некоторых АЗС, в гипермаркетах или через интернет в маркетплейсах. В обозримом будущем точек продаж станет больше.